А ты говорил, тебе не нравится, не нравится. Пунь-пунь-пунь. А с этой? Что будем делать с шоколадкой? Желе у нас набухло. Пока варится желатин, наблюдаем картину. О-ля-ля. Сегодня мы будем делать мармеладку. Потом нам понадобится желатин, клубника и сахар. Я высыпала желатин. Заливаем водой желатин, чтобы он набухал. И ставим варить клубнику. Желе у нас набухло. Пока варится клубника, мы сделаем шоколадные конфеты. Для этого нам нужно растопить шоколад. Здесь вот такие формочки. Розовый единорожка. Кролик, бабочка, дельфин, человечек, и вот еще один кролик, и кто это? Дельфинчик. Растопим шоколадку. Клубника у нас варится. Добавим немного сахара. Шоколадка у нас растопилась. Шоколад мы будем заливать в эти формочки. И чтобы он не пристал, мы смажем тарелочку и эти формочки кокосовым маслом, да? А с этой? Что будем делать с шоколадкой? Так, крольчата. Кролики. Угу. Лошадку нашу дополним. Она у нас самая большая, да? Угу. Чем это делать формочки? Сейчас мы это разровняем чуть-чуть. Вот такие у нас формочки получились. Формочки мы наши залили и отправляем их в холодильник. Да. Давай мы сейчас посмотрим, что там у нас и клубничка. Давай. Клубничка у нас сварилась. Теперь нам надо ее подавить и исцедить сок. Выливаем в нее процеженный сок клубничный. Добавляем сюда наш желатин. Желатин мы добавили в сок и проварим еще до кипения. Пока варится желатин, наблюдаем картину.
Что ты делаешь? Облизываю картину. Облизываешь картину? Белоснежную улыбку. О-ля-ля. Если же я скрасила, и сейчас мы заливаем формочку и поставим в холодильник. Формочку мы будем заливать в большую. Мы ее смазали предварительно кокосовым маслом, чтобы не прилипло. Давай. Это как будто мороженый компот. Так, а пузыри сейчас уйдут. А мы пока будем доставать наши шоколадные конфетки. Сейчас посмотрим, как там наши шоколадные конфетки застыли или нет. Алиса уже ждет прям. Мы достали наши формочки. Сейчас посмотрим, как они. Ну как? Вкусно? Получилось очень вкусно. И весело. Ну, шоколад уже был готовый, мы просто его перелили в формочки. Мама, давай мы посмотрим, что там в зелье. Давай, конечно. Так, друзья, вот наше желе, оно застыло. Сейчас мы будем пробовать его отсюда доставать. Только вот так не помню. Ничего, мы все равно его будем резать на кусочки. Хорошо встает. Это как лизун. Пунь-пунь-пунь. Опа. Так, друзья, мармелад застыл, Алиса. Мы его порежем и будем кушать. Да? Нравится, мам. Да? Да. А ты говорила, тебе не нравится, не нравится. Приятного аппетита. Спасибо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.